Всем доброе время суток, всем привет. С вами Анатолий, вы на канале Домовенок. Так, ребята. Играем такую интересную игру. Игра сама онлайн игра. Так, что у нас тут? Открываем сундук. Угу. Так. Посмотрим подарки какие у нас. Так, грузится только. Так, второй день. Угу. Энергия. Монета арена. Камень душ. Так, собираем. Тут что? Собрать. Так, такие вот, это что, подарки какие-то? Хм. Так, и все, что? Так, ладно. Так, такие герои наши. Качаешь где? Угу. Так. Что еще у нас тут? Так, допустим, а подожди, давай-ка на арену зайдем. 5 битов у нас, да? Так, такая арена. Ну, давай нападем вот нас сюда вот. Так. Загрузка как долго идет. Да, с каждым днем, каждый день мы можем по 5 этих. Так, еще можем сразиться вот тут. Так, тихо-тихо. Напасть. Thank you.
Ничего себе. Блин. Да, вот такое тоже бывает. Если такого не будет, то игра скучная будет. Так, окей, все, ладно. Так, давай еще нападем. Ничего себе, 11 000. Давай вот сюда вот. Паралич. Хорошая штука, значит, да? Надо брать паралич. Хотя вообще-то дело не в приличии, а надо качать. Качать героев на. Так, вот допустим, давай вот это возьмем, вот это. Так, теперь вот это, вот это. Так, теперь паралич, я думаю, не надо. Вот этот качнем. Так. Угу. Так, и заходим в бой. Так. Миссии. Да, я уже второй день в эту игру играю. Ну, раньше, видать, я, значит, играл в нее. Просто позабыл потом. Так. Так, так, так. Вот это сюда поставлю. Так, это раз. Так. Грузится. Так. Да, игра прикольная так-то. Так, автомат.
Ничего себе. Да. Тут уже сильный противник. Даже очень сильный. Так, 19 уровень, значит, нам надо качать до... Да. Кристаллы мы потратим. Так, что у нас тут? Ух ты, ничего себе. Круто. Так, ребята, ладно, на этом, наверное, заканчивать серию пора. Всем спасибо, кто смотрел видео, всем пока. С вами был Анатолий, вы были на канале Домовенок. Да, ребята, я немножко заикаюсь, если что, за это не переживайте и не волнуйтесь. То вы написали мне, не волнуйся. Нет, я просто разговариваю и заикаюсь. Ладно, ребят, всем пока, всем удачи. С вами был Анатолий, вы были на канале Домовенок. Пока.